Приветствую вас и ваш молодой человек в определенное время, в определенный момент решил, что вы для него именно та самая женщина, с которой он хотел бы прожить всю жизнь, с которой, может быть, он хотел бы создать семью. Но потом, когда для этого, по мнению мужчины, придет время. То есть, ваш молодой человек фактически определил для вас место в своей жизни. И именно поэтому он ведет себя таким образом, что, с одной стороны, он не дает вам возможности заводить новые отношения, потому что считает, убежден, что вы его, и вы принадлежите только ему, и больше никому. То есть это такое вот чувство собственничества получается. А с другой стороны, мужчина пока что не готов с вами выстраивать сколько-нибудь честное, порядочное, добропорядочное отношения, и не готов, что, наверное, самое скверное в этой ситуации, не готов нести ответственность за вас. Вот получается, что мужчина вами на данный момент не то чтобы очень сильно и дорожит, он убежден, что вы его. Он сам для себя решил, что вы принадлежите ему. При этом, не спросив вас, при этом не озаботившись тем, чего вы хотите, какие у вас желания, как вы относитесь к тому, что он так себя ведет. Его это не волнует. И именно поэтому он до сих пор в вашей жизни, потому что он решил, что вы его женщина, но его женщина, которая отложена на потом. То есть когда-нибудь потом, позже, он решит, что все, пора создавать семью и сделает вам предложение. То есть он очень органично так, как бы вписал вас в свой план, который касается его жизни. И все идеально, кроме того, что не учитывается, чего хотите вы. Вот именно этим и объясняется такое его поведение. То есть, по сути, чистейшей воды эгоизм. Потому что, ну, знаете, вот когда мужчина пропадает на 2 месяца, то, ну, вообще-то говоря, любая уважающая себя женщина, наверное, поймет, что, ну, не так уж сильно она мужчине и нужна, раз он 2 месяца не показывается ей на глаза. 2 месяца не проявляет никаких, там, не знаю, знаков внимания и так далее. 2 месяца. И, конечно же, вам в этой ситуации очень тяжело. Конечно же, вам нужно показать мужчине, что вы не готовы вот так
себя вести, во-первых, с ним. Вы не готовы терпеть его поведение, такое вот. Вам оно не нравится, вас оно не устраивает. И если он хочет быть с вами, пусть будет. Но, да, пусть несет ответственность за вас, за ваши отношения. А если он не хочет с вами быть, то вы будете с кем-то другим. С более, знаете ли, надежным, с более стабильным мужчиной. То есть вам в этой ситуации нужно просто-напросто не обращать внимания на его истерики. Кстати говоря, истерики — это такие действия по привлечению к себе внимания. Не нужно придавать значение этим поступкам. Вам нужно прислушиваться к своим интересам, защищать свои интересы, преследовать свои цели и идти к тому, чего хотите вы. Потому что если будете вот так вот, ну, ждать, надеяться, что мужчина там позволит с вами быть, то вы можете продать очень долго, и в итоге вам просто потом будет очень обидно, больно за потраченное время, а человека вы будете ненавидеть. Гораздо эффективнее вести себя так, что вот мужчина своим действием, да, то есть тем, что он пропал на 2 месяца, показал, что не очень сильно вами дорожит, и значит, вы свободны, тем более, что вы в отношениях к ним не состоите. Это полностью позволяет вам общаться с другими мужчинами. Но если хочет он, чтобы вы были его, то пусть показывает серьезность своих намерений. Пусть делает так, чтобы вы ему верили, чтобы вы увидели, что человек действительно хочет быть именно с вами. А когда вы этого не видите, вы можете общаться с кем угодно. И это очень хороший способ выявить, как мужчина относится к вам, если предположить, что он не хочет, а точнее боится показать вам свою зависимость, вас же. Если он хочет выглядеть независимо, это его, безусловно, право, безусловно, это его выбор, но... В таком случае можно задать вопрос: простите, а вы-то здесь при чем? У вас своя жизнь. И почему, ради чего вы должны себе отказывать в чем-то? Только потому, что мужчине гордость не позволяет признаться вам в том, что у него есть к вам симпатия. Например. Это, знаете, не очень мужское поведение на самом деле. Поэтому на ваш вопрос я ответил, что делать подсказал, в общих чертах, конечно. Надеюсь, что помог. Если какие-то дополнительные вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.